аппетитного настроения. Приготовим мойву абсолютно без запаха. Промываем рыбу в холодной воде и высушиваем. Чтобы она стала более плотной и не разваливалась после жарки, посолим, поперчим и оставим минут на 15 мариноваться. Тем временем отрежем кусок пергамента для запекания и подготовим его для мойвы. Обязательно поставьте лайк, если вам нравится это видео. Равномерно по средней части листа распределим растительное масло. Бумага в нашей технологии имеет особое значение. Но прежде насыпем муки в тарелку и обваляем рыбку. Стряхиваем излишки и отправляем на подготовленный пергамент. Укладываем штук 10-12 рыбок одну к одной. А вот теперь секретный прием, который избавит от неприятного запаха при жарке. Сворачиваем из пергамента квадратный конвертик. Так рыбка будет жариться на масле, но не соприкасаться непосредственно со сковородкой. Поэтому противного запаха не будет. Для красивой подачи просто срежьте ненужную бумагу ножницами. Посыпаем рыбку укропом и подаем. Это так вкусно, что вы просто пальчики откусите.